Роковое. Должно быть на зверя, правильно. Кошка. Понятно. Понятно. 64,09 х. Посмотрим ставки. Аллергия на гэмблинг. О, спасибо, да. А, да, смешная активка, окей. Хочу ли я потратить 6-7 жизней на потенциальный телепорт, на сделку? Может быть, даже и хочу, наверное. Может, будет красный хп еще холсап, мне не будет нихуя. Найс. Попал. Окей. Okay. Ну, в принципе, синяя хп есть. Синяя хп, в принципе, есть. Привет, паразит. Ой, даже успел убить босса за минуту, офигеть. Утро доброе, блядь. Вечер добрый. Доброе, блядь. С Рождеством, блядь. С Масленицей, блядь. Спасибо за 200 за комиссию. Блядь. С месяцем черной истории, блядь. И вам тоже доброе утро. Это брать нельзя. Это на зверя. Это брать нельзя. Что это на зверь делает? Там эти осколки, которые от костей, они будут отталкивать боссов по всему экрану. И ты просто их бить не сможешь. А они тебя смогут, самое смешное. Ты их бить не можешь, они тебя бить все еще могут. Сейчас лопата упадет, но я ее брать не буду. Иди нахер, лопата. Пошла нахер. Умиление заниматься. Да, если они вне экрана, ты их буквально не можешь ударять. Кстати, там есть керсы, я троллю. Там же керсы есть, надо керсы забрать. Я думаю, я потыкаю сокрому. У меня вроде хп много синего остается. Я вроде не сильно переживаю за свою жизнь в этом забеге. Анус. Да я знаю уже. Я уже свою ошибку осознал. Вообще лопатой могу пофармить, кстати. Я же смогу ее выкинуть, правильно? Да, я смогу ее выкинуть. Блять. Даже в этом был смысл, только меня убили. Блять, иди нахуй, шлюха. Теперь если лопата уже не нужна, я нашел свою бомбу. Ладно, выкинь. Блять. Генератская хуйня. Ну это типа редко, я вижу, что я могу реально этой лопатой что-то зафармить. Чтобы убить босса за минуту, блин, на Иден Стрике. Это не так часто удается сделать. Смешно, конечно, вышло. Причем лопату реально можно брать всегда, потому что у тебя всегда активка есть. Можешь ее взять, пофармить и обратно оставить. Особо не рискуя слишком. При этом эти раз. Где? Опа. А на таблетке. Ладно. В кои-то веки наказали. Так, давай этого сушеного. Так, а что у меня по красному хп? Нет, кстати, его не могу. Ну, все равно потыкаться можно, он два раза. Эй, исчезло. Вау. Испарилось. Нет, тут уж лопата. Короче, пошли сливать хп.
ультра жесткого фарма. Черевод ничего вроде не дает. Маппинг. А нахера я его нажал? Хотя ладно, все, еще один есть маппинг. У меня еще один есть. Ничего не потеряю. Два. Три. Еще один, кстати, не забыть забрать бланкет. Четыре. Пять. Шесть. Телепорта не было, окей. Семь. Можно прям до Талова, наверное, дофармить, наверное. Привет, Хёмина. А что я мог неправильно сделать? Летняя жизнь. Да нет кошки больше. Гапи не соберем, получается. Смешно, все 9 жизней всрал. Да не, не думаю, что гапи будут. А ты про это? Так я мог бы же все равно улететь. Типа я бы улетел, я бы сдох на сделке, потом бы еще раз сдох, меня бы обратно на ангела бы отправили. Там это в любом порядке можно делать. Ты все равно окажешься на сделке, если снова умрешь. Кстати, раньше так бы это не сработало. Это время переделали. До репы там это хуже работало. До репы ты, по-моему, просто не улетал вообще на сделку. Если умирал на тычке с телепортом. Так, ну в принципе нормальный старт. Прикольный старт. Жестко пофармили. Мелкушку наделка. Тоже защита. Соломанс. Что за разговоры в чате? Вода ретро же не скелется никак, да? Или скелец. Подряд три маппинга. Часть уже. Вообще не хочу третью собирать, но. Кстати, у них все еще старая версия этого зеркала. Мы уже миллион раз на это внимание обращал. У него все еще типа дальность обрезана в два раза. Они просто, по-моему, забили хуй. На поправить это на бади на бакс. Забили член. Просто это исправлять. Только в нормальном зеркале исправили. О, теперь у меня дальности нет. Скорость нет, спасибо вам. Хорошие таблетки. Таблетки интересные. Да, там и Serpent Kiss тоже дает хп черный все еще. Нихуя себе, окей. Это тоже да, я вообще там ничего походу не проверяли. Сейчас, там были какие-то новые эффекты, интересные или нет? За... Типа они добавили новых эффектов. В бади на бакс или нет? С выходом репа. Никогда внимания особо не обращал.
там появилось, или не появилось снова. Капец он денег дает, там, походу, майдостач. Гарантированный эффект. Вернее, не майдостач, а как этот глаз грида эффект. У боевика. Капец, он срет. Пуска срет. Денег не дали. Дали копейку. Дальность. Вау, какая хуйня. Элвис. Я просто ничего не буду брать. Не знаю, что тебе... Не возбуждает такая сделка интереса никакого. Спасибо, 153. Пам. Новый контент. Паста. Богатый сит. Это сексист. Чем-то похоже активки, но это все же получше, наверное. Правда, если я буду ее использовать. Спасибо еще 152 за комиссию. Так, вот теперь какой-то баунсинг и... Firemind или что у него? Что у него за эффект? Ну что у него за эффект? Вроде похоже было на Firemind. Или может у него... А, может у него часть слез Firemind? What the fuck? Вообще-то зубы, да, у него походу? Да, клипы вчера, по-моему, стали доступны. Как раз, по-моему. Разблочили. Видел, да? О, спидап. Стоп! Спидап? Я ел спидап? Думаю, ел спидап, а не спидап. What? Это была вторая часть. Увы. Спило начало. Получается так. Получается, сегодня вы успели. А, было и то, и другое, окей. Даже внимания не обратил. Только спиддаун заметил, как всегда. Только плохое, обращаешь внимание. Стал в Яндекс.Лавке, лимонад от Яндекс.Лавки, со льдом приезжает. 400 мл и банку лимонада 330 мл. Выпил лимонад из кружки Яндекса на 400 мл. Попробовал залить лимонад из банки и не влезло. Жесткий эксперимент. Первый шоу, да, я вчера пиби поставил. Ран говна, но пиби, да, был. Короче, там очень все плохо, кажется, было. В той категории. Может, еще потыкаем потом как-нибудь. Как ты вышел, господи, еще не вышел. Вот. Зачем главное, нихуя? Нахуя.
Прост. Прост, скобочка 0. Требеби. Кто выжил? А, муки выжили. Чемпион с мухами. Блин, тут заманчиво так-то. О, я могу это оставить. Я могу это замариновать. Только надо не забыть, у нас кейв с один будет коробка. Зачем? У меня один и бакс будет прокать на зверя. Ну типа вроде мелочь, а вроде не знаю, вроде прикольно. Это мне тоже не поможет с бадди на баксом. Плюс можешь кого-то еще надо. Или будет куча этих дробовиков лоу. Будут не пердеть весь файт. Хотя там. Ладно, там негде пердеть, по-моему. Сильно. Там, по-моему, сильно не попердишь. Его. Топ, у него еще что-то ломает грибы, у него еще и какая-то шулета. Типа, если тирс у него какой-то что ли прокает. А, или это Файермайн просто взорвал. Сложно. Скуйбовик сложный. Что у него за эффекты? Не прыгает. Стационарный Фэти попался. Стационарная версия. Тамак. Какие-то козявки. У него там козявки какой-то, по-моему, Файермайнд. У него там еще какой-то отскок от стены вроде был. Там какие-то эффекты еще непонятные. Притайлос. О, курсор. Опять Симмер курсор не убрал с экрана. Почему такие шары большие? А, потому что у меня тропикомиты и дамага много. Ладно. Опять у него Last Grid эффект. Уже да. Забавно. Да, бля. Близко подошел. Чем вообще дергают? Ты там, который, блядь, вроде уже с второго этажа. Чем вообще дергаюсь? Или уже особо-то ничего страшного не должно происходить. Пока не дают какой-нибудь айзекхард на зверя, я, в принципе, спокоен. Ладно, или один хп старт. Тоже неприятно, может быть. Удобно. Не отходя от кассы. Офигеть. Ну как будто это не то, что я хочу брать. Может, найдем что-то получше. Или магаз получше. Или может, сделка дьявола все же будет. Пока еще не факт, что я буду ангелы. Получил он дьявола без дьявола. Шикарно. Собер это очень хорошо.
уничтожение просто всего живого. Сном. Тоже вызов, а после годовалого перерыва продолжил играть, решил добить ачивки, дружусь на трех персонажах. Ну, это типичная история, да. Испорченные персонажи недовольно странные многие. С непривычки. Как раз раньше думал, куда столько спрайтов эвиков, кроме копа. Да, они все тут. Они все здесь используются. Буквально одно им нашли в игре применение. По большому счету. Эта активка, она не прям useless. Это, я бы сказал, это такая хреновая версия Атамы. Или даже, может, наоборот, хорошая версия Атамы. Как подумать. Типа, что одного убил, и сразу всех можно по цепочке убивать. Если враги стоят близко. У него радиус меньше, чем у Атамы, очевидно. У Атамы радиус очень большой из-за кольца. Так, довольно прикольно, если у тебя больше нихера нет. Это весьма хорошая активка, в общем-то. Особенно на началах. Привет, Кайсар. Просто одно убило, все. Вся комната зачищена, считай. Вполне себе удобно. Неплохой магазин. Ну, ладно. Здорово, Львчок. Для телепорта подходит. В смысле, для ремоута? Наверное, да. Полагаю, что да. Она должна подходить. Я уже все активки не помню. Какие работают и не работают. Там тем более еще время менялись сейчас эти активы. Типа они сейчас некоторые перестали работать. На Broken Remote. Тут же пони перестала работать нормально на ремоут. Ага, все-таки дали дело. Ну ладно. Смех бы до хера, а тут брать нечего. А тут и брать нечего. Я могу скипнуть одну этому руму. Она могу скипнуть одну этому руму, ладно, может даже планетарий получим. У нас, короче, надо псаним получается будет это. Этим румам. Непонюханная. Надо будет ее найти. Так, фулл карта нужна. Тебя бахнем. Идет. Фулл карт. Преску Фокс. Экономия бомб. Ну, заглянем. Халява. Берем халяву. Ролим. Вообще не ролим. Не такой вроде плохой забег, чтобы его ролить. Вроде. Вроде норм. Эта песня вчера была.
И карты, и таблетки есть в одной руме. Забавно. У меня же нет, да, никаких таблеток улучшенных, по-моему, нету. Но карты интереснее будут. Пицца. Телепорт. Queen of Hearts. А на самом деле нахуя? Да ну нет смысла, если оно и так хп, почему максимальная скорость большая? Так, опять не вижу эту брому. Я могу еще одну скипнуть, в принципе, пофиг. Давайте обе скипнем, может реально планетарий получим. Что-то дичь с этим румом. Два этажа подряд вообще не ищутся. Не успел на бусраж. Увы. Опять брюлё. Да, синтов бывает, свет у меня тоже он бывает. Тупит, потом вроде сам пропёрдывается. Просто он у всех сдох. Прижимость. Кусь за глаз. И за ногу. Дали сделку. Так, сынок, хп не солью. Грыт. Так, что там было еще? В Хардс, Фортуна. Тут ничего интересного-то и не было. И в Хардс можно оставить. Три тупо фулл хард с собой взять. Ну, фулл хард с собой заберу. Я думаю, мне хилка все равно не пригодится, я думаю. Что-то фармить, но... мех. Я там буду фармить, по-моему, ничего не буду фармить. Блайнд. Тем более, получается, парни тут ничего. Разве можно валить? Блять. Так. Спасибо, да, судей, твой магнат. Эта комиссия вам тоже. Доброе утро. Видно. Да. Это все? Лёп. Бомбы-то могут пригодиться еще. Я модем беру, да, я же говорю, я его не всегда, не всегда типа не беру. Меня он больше напрягает на спидана, потому что он очень плохо работает на всяких мегастенах. На второй фазе он очень плохо работает. На деле мне тоже он не особо нравится, по-моему. Здесь нету ни того, ни другого, никогда. Поэтому плевать. Так я три подряд, да, скипал этажа? Три подряд. Вау, это было близко. Там бомба осталась. Да, мне хп максимально все равно. Что ли конжоин делать? Ладно, пофиг, давай. Не так много потеряю, наверное. Коробка, да, коробка на кейкс 1, я помню. What the fuck? Чё, блять? У него тыкнули или ледер?
какого-то дефекта 0. Такое бывает. Так, Лостик, стой. Никуда не уходи. Если были бы подвал, я его можно взял бы суплекс ради прикола. Чисто пофлексить. Приколы поделать. Ой, может быть зря. Даже на зверя. Может быть зря. Возможно, зря я это взял. Меня эти слуги так заебут с фаермайндом, наверное. Надо будет очень аккуратно играть. Так, кейвс один, да? Да, кейвс один. Коробка. Хотя мне нравится вода ретро на самом деле, но все-таки в конце от него толку, думаю, мало будет. В любом случае, пора от него избавляться. Пивка прям без забег что-то делала, помогала. А Лос опять выжил. Сука, он ничего не дает, потому что выживает, блять. Нихуя не дает полезного. Да можно? Понял. Нельзя. Ладно. Тупо хп дал 3 этажа подряд. Это хп тоже же бывает полезно. Мне хп не было нужно. К сожалению. Или к счастью, скорее. Убежать! Этажам. Кого я по итогу нашел? Бурленыша нашел, да, еще. И все. Ну да, коробка будет не прям мега полезна. Мидбоя можно сделать. Лол. Только мелкую, наверное, фазу. Хотя, подожди, а можешь и не мелкую фазу? Погоди-ка. Можно и не мелкую фазу. У меня же там будет перезаряжаться еще штука. Спасибо за 200 раним. Да блять, мне не хватило места. Прополз. Блять, на фото проклятое. Стоп, Кирин Лостик. Not my fault. Я вообще мидбой делать на ком угодно. Это ж просто коробка. Коробка работает типа одинаково, что на Лилит, что на другом персонаже. Коробка ничем не отличается на других персонажах. Она просто делает копии твоих детей. Твоих фамильяров. Делает копии. Просто у Лилит как бы эта коробка стартовая. Как бы это все отличие. У нее она есть на старте, а так ее надо искать. Что, очевидно, будет более сложная задача на другом персонаже. В отличие от Лилит. Да, вторую фазу выгоднее. Бро! Это то самое Гапи без полета. Он еще и золотой, я даже не помню, что он золотой. Думал, сейчас, о, Гапи было бы, если бы я кошку всю не всрал. Блять. Гапи без полета. Это две части Гапи, да, потому что золотая. Причем, подожди, я себя выкину. Лол, тут же теряешь трансформацию. Не, полет, по-моему, никогда не появится. Этакса. Ару. По-моему, второй раз в жизни эту хуйню вижу.
Нечастое явление, нечастое. Да нет, он не нужен, тем более я все равно сейчас полет получу. Подожди, а теперь я полет получил, wait, what the fuck? У меня есть полет теперь. А почему? Почему теперь полет есть? У меня же есть полет, да? Я летаю теперь. А что изменилось? А, я, наверное, этаж, наверное, сменил, да? Может, от смены этажа оно починилось. Типа смены этажа. Там, видимо, какая-то функция, наверное, просто прокнула. И, короче, что-то пересчитала там в своем мозгу. А, ну это понятно. Это-то понятно. Хорошего дня вам, Лостик. Починилось с комнаты. Может быть, комната, да. Ну, короче, говорю, что-то пересчитала просто, видимо. Где-то был пересчет, и игра что-то поняла, что что-то мне должна. Не, места не было. Медал. Говорю только на второй ходе, только на это так я вечно ебало теряю. Что вовремя не могу эти линии понять, распознать, куда вставать. Так, все атаки, в принципе, легкие второй фазы. Даже спиннер, который, на который все жалуются, в принципе, самая легкая атака, наверное. Просто мерзкая и долгая. Просто раздражающая. Да, вообще не сложная. Просто бегаешь туда-сюда, как больной. И все. Чабики занижены, что? Стоп, а где они вообще? What the fuck? What the fuck? Мэмби решил эфир захватить. Спасибо, 1001 рубль, Мэмби, огромное за комиссию. А, сейчас бы вниз это, да, я не знаю почему. Гравитация? 1001, да, опять не 1000, опять другой алерт. Коробка! Про коробку забыл. А, лицо модем с камеру на атаке, у него тупо слезы не долетают и модем их сжирает. Это тут выгодно дольше эту фазу бить, кстати, да. Хочу ли я прям фармить? А, не особо хочу прям фармить. Просто я так в порядке, так уже говна миллион. Я помню, гапи ребенок появился, Рикард. Или похож, а нет, это не гапи ребенок, это какой-то просто плачущий ребенок. Непонятный. Играл в репу 8 часов, если он не открывается упорно. Тянги сделок сделал сильно больше 25. Не знаю. Вроде ничего не должно мешать персегиону открываться. Типа, если у тебя другие ачивки пропают, то явно не в модах дело. Моды нельзя ставить и консоль только до конца первого забега, по-моему. До конца первого рана на мать. Типа проходишь мать, и дальше уже можно моды включать в консоль, игре пофиг. Он поднялся, он опять смог, но ненадолго. Смог, но ненадолго. Дать консоль делики блочится, а потом уже не поиграть на сейве. Разве? Впервые слышишь. А просто с консоли у тебя делики закрыты. Типа, пока ты консоль типа не отключишь в игре настройку, у тебя просто делики, вход будет закрыт, а потом, если их отключишь, можно будет сходить. Такие версии я еще не слышал. Да. Может быть, конечно, есть, но я с таким точно не сталкивался.
Ну и типа, чтобы отдельно какая-то ачивка получилась, уже такое впервые слышишь. Так что либо просто все-таки, или ты брал меньше айтемов, либо в чем-то еще в другом дело. Не знаю, это в чем. Мне кажется, довольно тяжело, надо посчитать прямо айтемы, количество, которое ты прям подобрал айтемов. Просто ходи дальше по ангелам, может как раз через ран 2 оно и появится, может. Как обычно бывает, когда ждешь. Я думаю, если она должна прийти. 40. GG.